Сэм, это Дай Хард. Твоя задача — протянуть хиральную сеть отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи к Юбе. Заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Сэр, для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут на крутых склонах, а из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. Сэр, для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут на крутых склонах. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе достать...
Счастливого пути. Сэм, видишь, кто-то поставил знак. Ты тоже можешь так сделать. Послание, предостережение, слова ободрения. Все, что придет в голову. Даже лучшие курьеры могут потерять груз. Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Это обещание человеку в беде, который надеется, что ты придешь.
Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Если попадется крутой склон или скала, не забудь про лестницу, которую мы тебе выдали. Обязательно ее примени. Интересно, как еще ее сможет использовать такой профи, как ты.
темпорального дождя повреждает контейнер. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Все мы скорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И надеюсь, пункт тоже скоро будет. Ты из второй группы, да? А где остальные? Мертвы. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года!
И прислали одного человека. Черт, черт, черт. Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпид. Ты? Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключилась к чертовой сети. Подтверждаю, столичный узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, Я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределители, и электростанцию. А куда направиться раньше? Начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Твой труд приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то его придется изготовить.
Сэм, с ПХК можно сделать почтовый ящик. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты... на отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко найдешь его, если будешь сверяться с картой и компасом. Оружие разрешено. Если найдешь карты памяти, непременно сдай их с помощью ближайшего терминала. Кто знает, какие редкие и ценные данные в них содержатся. Твой вклад непременно кого-то очень сильно порадует. Thank you.
Ладно. Сэм, вижу, ты прибыл туда, куда нужно. Хорошо. Когда будешь готов, включай свой ПХК. И построй почтовый ящик в месте, что я указал. Отлично, Сэм. Отменный почтовый ящик. С помощью его общего хранилища можно делиться с другими курьерами грузом и снаряжением. Оставь лестницу и якорный крюк, и наверняка найдется кто-то, кому они пригодятся. Если у тебя их много, почему бы не оставить часть? Люди в долгу не останутся. В личном хранилище можешь оставлять груз и прочее.
сухо. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Thank you.
О боже. Твой груз обнаружен. Уходи. Скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, беги к месту назначения.
Хорошо, что шел дождь. Даже они не рискуют лезть, твари. Один из контейнеров разгерметизировался. Спокойно. Главное, не роняй его, и содержимое не должно пострадать. А если груз останется целым, и оценку тебе не теряй. Просто теперь тебе надо действовать вдвое осторожнее. Удачи!
что ты боишься. Понимаю.
случилось? Не знаю. Что-то с ребенком. Беспокоиться не о чем. Функционирование ББ временно приостановлено, но это можно исправить. Я могу провести техобслуживание в распределителе. Только поторопись. Синтезировать опасные соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксимия. Если твой ББ плохо работает, зайди в личное помещение и помести его в инкубатор. Еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично.
Дедмен, ты здесь? Помогай. Так, Сэм. Возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать? Верно. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Ну а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ — это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше.
Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Сэм, это Хартман. Дедман передал мне твою просьбу, поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с Думом? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, зеркале, наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет. И что? И что тогда? Сэм, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно.
получен сигнал бедствия от персонала распределителя. Проверь заказ в терминале доставки. Вашего сына, поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Поднимайся. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса ББ и снижения риска самоотравления. Если ББ испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время. Покачай капсулу легонько туда-сюда, ну ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу... Что-то не так? Подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал. Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Заказов в терминале доставки. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хирали и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к Хиральной сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если обратно, то не отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет.